Так, еще у нас тут зомбари. Так, отлично. Так, этот сдох сразу. Добивать его не надо. Сдох, да? Отлично. Согрыто с другой стороны. Повсюду разбросаны местные газеты. Так, кого-то съели. Слышим крики. Дверь бутик закрыта. Вон там сидят, грызут. Так, карта Аптауна. Вот она какая. Не маленькая, в принципе, карта. Еще аптечки. Так, ну что, давайте сделаем одну махинацию. Давайте, ребята, попробуем вас ножичком. Вставай. Так, один есть. Надо второго теперь загнать сюда же. Давай, иди сюда, дружище. Какой ты умничка. Я думал, он не встанет. Будет лежать. Давай-ка, еще. Эх ты, засранец, а. Ух ты, еще один встал. Отлично. Давай-давай-давай! Далеко разбежался-то. Тоже, блин, притворился. Да дохни ты уже. Еще живой, блин. Есть. Ну что, друзья, здорово придумали. Проход полностью перегорожен. Патронов у нас мало.
Так что надо. А, вздох. Отлично. Да, козел ты. Какой живучий-то. Там есть квадратное отверстие, но у нас ничего квадратного нету. Так, паренек убежал сюда. Терпи. Почему никто не принимает мер? Я не знал, что ты еще жива, Джил. Полицию не готовили к такой ситуации. Что они могут сделать? Слушай, за нами идут. Мы оба умрем. Что ты говоришь? Видишь? Раньше они были членами Старс. Выхода нет. Что он имел в виду? Так. Открытка башни с часами. Открытка, на которой изображена башня с часами. На обратной стороне напечатано следующее объяснение. Достопримечательность башни Святого Михаила. Да, текст так написан, блин, он там сливается. Так, недоеденная еда, недоеденные напитки. Отлично, патроны. На полках бутылки с вином. Нам это не надо, в раковине лежат грязные тарелки и стаканы. Зажигалка. Отлично. Бензина нет, а значит нет и огня. Не надо брать, у нас есть бензин. Бензиновая зажигалка. Отлично. Так, давайте-ка сходим, посмотрим, там еще у нас были пути. Или, а, нет. Я вроде как-то вру. Мы отсюда пришли, побежали сюда. Значит, посмотрим, что здесь. Мне кажется, это начало. Так. Слышали какой-то крик. Там у нас закрыто. Ну да, это вот мы оббежали кругом, короче. Thank you.
Да, и местность по ходу игры будет, она немного меняться. Допустим, будет там что-то где-то появляться разбитые витрины, где их раньше не было, допустим. Либо жалюзи где-то там опущены. Так, куда пойдем? Давайте пойдем сюда. Вы открыли замок. А. Ну понятно, все ведут пути к одному месту. Как ни крути, но ты все равно выйдешь туда, куда надо. Ребята, что ж вы так? Ладно, давайте используем бочку. Подходите, подходите. Не стесняйтесь, друзья. Отлично. Давайте повторим фокус. А, заползла. Ладно. Бог с тобой. Так, сейчас. Оп. Отлично. Так, здесь у нас есть красная трава. Ну, давайте, у нас места на одну хватит. Одну оставим, а потом заберем. Заколон. Фотография А. Полицейские наступают. Дата 27 сентября. Дверь замотана веревкой и не открывается. Веревка, похоже, пропитана маслом. У нас есть зажигалка. Оп, собаки. Нет, 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 нет. Ах ты, засранка. Хочу я с ними связываться. Сейчас давайте-ка. О, порох. Так, давайте. Берем зажигалку, она пока нам не нужна. Так. Берем так. Вот насчет аптечки я не знаю. Давайте оставим, сейчас ее примем. Ой, промазал. Да чтоб тебе. Так. Порох А. Порох С. Итак. Как там говорилось, я не помню. А и Б, если смешать, то что будет? Давайте попробуем.
Порох С. Точно. Объединить для гранат. Берем гранаты. Ну давайте, ладно, используем аптечку. Что уж там. Ну, придется, наверное, все-таки с собаками сейчас. Или убежать сразу в дверь. Не хочу я с ними связываться. Новая информация. Дверь закрыта на простой замок. Вода хлещет из разбитого гидранта. Джилл? Брэд, мы должны... Джилл, помоги! Нет! Нет! Брэд? Так, и вот первая встреча с ними. Но я с ним сражаться не буду. Так, войти в полицейский участок.